Netflix не будет снимать спин-офф «Карточного домика». Отмену подтвердил актер Майкл Келли, который сыграл в сериале главу президентской администрации Дага Стампера. Стриминговый сервис Netflix отменил съемки спин-оффа популярной политической многосерийной драмы «Карточный домик». Об этом сообщает Variety в среду, 31 октября. Согласно сообщению, сериал должен был развивать сюжетную линию персонажа по имени Даг Стампер. Отмену подтвердил актер Майкл Келли, который сыграл в сериале главу президентской администрации Дага Стампера. «Мы обсуждали спин-офф и даже начали работу над сериалом. Мне бы хотелось еще раз сыграть его, но раз уж так решили, то ладно», — сообщил Келли. Робин Райт стала режиссером последней серии «Карточного домика». Напомним, на платформе Netflix 2 ноября состоится премьера финального сезона сериала «Карточный домик» без Кевина Спейси, обвиненного в сексуальных домогательствах. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.